Здравствуйте, друзья! Сейчас мы с вами посмотрим вот такой универсальный пульт. Это универсал для фоторамок и автомагнитол примитивных китайских. Поставляется он в такой вот коробочке. С ним идет вот такой вот лист с кодами. Если вы потеряли данный лист, можете перейти по ссылке в этом видео. И там будет вся эта инструкция на нашем сайте размещена. Можете ее скачать, посмотреть и так далее, там использовать в своих интересах. Данный пульт настраивается одним способом. Мы смотрим вот на этом листочке, находим наш оригинальный пульт по изображению и запоминаем над ним код. Вот это означает Power плюс 1, это Power плюс 2. То есть Power — это кнопочка включения красная, плюс 1 означает, что необходимо ее зажать и держать несколько секунд с одной из цифровых клавиш, плюс 2, плюс 3 и так далее. Например, если ваш родной пульт был вот такой, Mirror назывался, да, Power плюс 6, запоминаем эту комбинацию, зажимаем красную Power, зажимаем 6 и держим примерно 5 секунд эти кнопки. После этого проверяем наш пульт на вашей фоторамке или автомагнитоле, что там у вас за техника была, проверяем, все ли в порядке, все ли управляется. Если что-то у вас не получается настроить, возможно, пульт необходимо сбросить к заводским настройкам. Это делается при помощи нажатия кнопочки Power и 0. Также зажимаем эти кнопки и держим 5 секунд. Пульт сбросился к настройкам заводским. Далее можете вводить код заново. Вот так вот легко и просто настраивается данный универсальный пульт. Надеюсь, это видео будет вам полезным. Всего хорошего. До свидания.